WorldSkills ушел в прошлое. Теперь на территории России, в том числе в Забайкалье, проходит чемпионат «Профессионалы». Участвуют в конкурсе более 850 студентов и школьников региона. Они показывают свои умения в конкретных областях, а оценивать их будут более 200 экспертов. Будет проходить у нас в крае, в Чите и в средних профессиональных образовательных организациях, которые расположены у нас на территории края. Это сама Чита, Краснокаменск, Сретенск, Могойтуй, Хилок и так далее. Одна из ключевых целей проекта – дать возможность будущим специалистам на практике показать свои силы и подготовить их по востребованным профессиям в сокращенные сроки. То есть сегодня в качестве экспертов выступают реальные работодатели, которые по итогам конкурса смогут уже ребят пригласить на стажировку, ну и в дальнейшем на трудоустройство, на свои предприятия. То есть это реальная возможность ребятам проявить себя, а работодателям увидеть свои потенциальные кадры. С 3 по 7 апреля студенты колледжей и ученики покажут свои умения в 38 направлениях, от программирования до работы с детьми по направлениям дошкольного и школьного образования. Некоторые из них уже участвовали в старом формате. Да, на самом деле чемпионаты такого формата для меня уже не в первый раз проводятся. А я в них участвую раз в 3-4 уже точно. Я сюда пришел, потому что я что-то умею в IT, и сегодня хочу себя проверить, что же я все-таки здесь умею. Помимо проверки своих навыков, студенты и школьники посещают мастер-классы по разным специальностям. Например, Андрей Хаматьянов побывал на курсах малярно-декоративных работ, где попробовал окунуться, возможно, в свою будущую профессию. Я рисовал дерево, мне очень понравилось. Также нам показали, как сделать различные узоры, эскизы. На самом деле очень красиво, заинтересовало. Очень интересная работа, профессия. Думаю, поступать буду. Участники проекта своими руками попробовали воплотить необычные узоры и рисунки специальной краской и глиной. Подобная профессия в будущем может быть очень востребована на просторах строительной индустрии региона. Начинали по стандартам WorldSkills. Ну, вот вы сейчас находитесь в современной мастерской, которую мы выиграли по гранду. 5 мастерских проект у нас был. И, соответственно, оснащена мастерская всем необходимым инструментом, оборудованием. Вот для новых, так сказать, введений в профессии декоратора, маляра-декоратора. Победителей чемпионата ждет всероссийский этап в Москве. Лучшие из лучших смогут не только пообщаться с такими же, как они, но и проконсультироваться с экспертами в своем направлении. Гуля Алхасова, Григорий Анипер, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.